Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, как идет строительство водовода. В областном центре продолжают работать над новым объектом водоснабжения. Проведут его от мощных складов до микрорайона Пионерный. Протяженность более 3 километров. В последнюю неделю шли сильные дожди, поэтому подготовленная ранее траншея заполнилась водой. Сейчас дополнительные работы появляются у подрядчика. Вот, но тем не менее мы сейчас обсудили вопросы, чтобы наверстать график и вот эти остановки, которые были в дни непогоды, они были наверстаны с тем, чтобы плановое задание, которое есть на июль месяц, оно в полном объеме было выполнено. Я буду сюда приезжать еженедельно, потому что вопрос от не только чистой воды, но и вообще надежного водоснабжения микрорайона Солнечный. Если посмотреть на ту трубу, которую они меняют, то вы увидите, что в любой момент мы можем оставить микрорайон Солнечный без воды. За 4 дня специалисты должны решить все проблемы, которые создала непогода. Как отметил градоначальник, объект находится на повышенном контроле. Строительство начали еще в прошлом году, поскольку старый водовод отслужил более 60 лет и, по словам экспертов, обеспечивать хорошей питьевой водой население уже не может. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.